дети читают стихи для лабиринта.ру. Читает стих Ваня Федосеев и Маша Музыкова. 5 лет. Всем 5 лет. С вами. Петр Давыдов. Весна. Ты чувствуешь, вокруг весна. Зеленые трепет ожидания и непонятное желание разлила в воздухе она. Послушай, это все обман. Смешные выдумки поэтов. Что с этого в итоге нам? Без разницы, весна и лето. Ты понимаешь, я весной дышу, как будто по-другому. Прошу волнение по дому и удивляюсь, что со мной. Наверное, витаминоз. Ешь фрукты, просыпайся позже. А может, это от мимоз? Будь с аллергией осторожней. Я очень радуюсь весне и чувствую ее кружение. Тепло лучей планет движение и днем, и по ночам во сне. Не забивай себе мозги, подумай лучше о зарплате. Или попить пивка с тоски и говорить об этом хватит. Нам непонятен мир чужой, у каждого своя ментальность. Но воздух напоен весной, и это главная реальность.